Так, итак, всем привет. И сегодня вот у меня две таких посылочки пришло. Решил сделать на две посылки одно видео, потому что очень маленькие, там, в общем, мелочевка. Я думаю, нецелесообразно было делать два видео на каждую посылку, вот. Поэтому так, и прошу прощения за эти помехи, в изображении, потому что записывается все при свете лампы, а не при свете дня, как обычно. Давайте начнем с этой вот и посмотрим, что там внутри. Так. Так, а тут у нас вот такой, так, отсвечивает аккумулятор для этого, как его, вот его название, SLB-1137, литий-ионная батарея. Вот, для фотоаппарата, в общем. Сколько она там стоила? Вот, 19,80. Ну, около 700 рублей. Вот, фотоаппарата сейчас нету, это просто просили заказать. Вот, чтобы не покупать оригинальную. Вот так она сейчас поближе покажу. Выглядит, блин, люстр. Не люблю записывать при свете таком. Но так получилось. Вот. В общем, вот такая батарейка. Сейчас поближе еще. Вот, в общем, такая батарея для фотоаппарата. Напишу, какого, не помню. Ну, в принципе, она, наверное, для многих подходит. Вот, в общем. Вот, если кому надо, то, пожалуйста, все ссылочки на AliExpress оставлю под видео. Так, и вот еще одна такая посылка. Это уже тоже менее интересная. Она должна быть более интересна женской части. Вот, потому что это... Потому что вы, сейчас увидите сами, что это такое. Ой, сколько здесь, пипец. Как это... Так, с первого раза и не поймешь, что такое, кто не знает. Сейчас покажу, расскажу. Ну, все-таки надо же. Может, кому-то пригодится, потому что меня просили заказать с AliExpress, потому что не нашли, где, в общем, это купить можно в городе. Вот. Блин, как открыть-то? Это штуки для девочек, в общем. Штуки для девочек. Так, я не знаю, как они называются. Блин, надо чуть-чуть открыть, чтобы... Блин, что-то тут так запаковано. Ну ладно, я сейчас краешек вам отрежу, что ли. Или как лучше. Сейчас, подождите. Так, в общем, с горем пополам достал я эту фиговину. Так, сейчас вот положу сюда пакетик. Вот еще раз. Ну, что это за фигня, поближе как показать бы. Я даже не знаю, так. В общем, такая маленькая штучка. Она, нужна для того, чтобы ее воткнуть в ухо. А для разболтанных ушей от сережек. Вот. Фокус. Вот там вот, в общем, отверстие, вот видите, да? И с другой стороны. То есть втыкается в ухо и надевается сережка, чтобы она там, не болталась. Как-то так. Я в подробности не вдавался, вот. Ну что, вот такие... Парочка посылочек небольших, маленьких. Всем спасибо за просмотр. Вот. И подписывайтесь на канал и ждите новых видео. Дальше больше.